маркетинг-план Coral Club. Ты начинаешь свой путь партнера Coral Club. Теперь ты в сообществе единомышленников, которые, выбирая продукцию компании, выбирают перемены к лучшему. Coral Club – место, где ты встретишь людей, которые разделяют ценности здоровья, красоты и развития. Фундамент бизнеса – любовь к продукту и понимание его ценности. Выбери свой формат. Первая стратегия сотрудничества – потребитель. Стань членом клуба, покупай продукцию по клубной цене со скидкой 20% от розничной на сайте компании или в любом офисе продаж. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться, указав клубный номер или телефон того, кто порекомендовал тебе Coral Club. После регистрации у тебя будет личный кабинет на сайте компании, реферальная ссылка для подключения новых партнеров, обучение в Coral Business Academy, поддержка наставников и партнеров, участие в ярких событиях Coral Club. Делиться информацией о продукции и возможностях в компании выгодно. Рекомендуя продукцию, ты получаешь 5% от покупок человека, который зарегистрировался по твоей реферальной ссылке. Выполняя условия директорского ранга, потребитель в ранге директор получит бонусы ранга согласно маркетинг-плану Coral Club. О них мы расскажем далее. Вторая стратегия сотрудничества – дистрибьютор. Уделяя дистрибьюторской деятельности несколько часов в неделю, дистрибьюторы Coral Club получают дополнительный доход. И это возможность заниматься любимым делом, укрепить здоровье и повысить благополучие. Успешное развитие собственной структуры и профессиональное ведение дистрибьюторской деятельности дает возможность каждому дистрибьютору стать бизнес-партнером компании. А это уже максимальные возможности для построения собственного бизнеса в партнерстве с международной компанией. Маркетинг-план – система вознаграждения партнера за его деятельность. Продвижение продукта, развитие команды, обучение партнеров – это отличный инструмент для планирования твоего дохода, постановки целей и оценки эффективности действий. Для дистрибьюторов и партнеров в маркетинг-плане Coral Club предусмотрены бонусы и привилегии. Первый бонус – бонус личного и группового товарооборота. Это процент от твоих личных покупок и покупок членов клуба твоей структуры. Экстра-бонус – это дополнительная премия в 50 УЕ за групповой объем 750 и более баллов для дистрибьюторов директорской группы. Для дистрибьюторов от серебряного директора до звездного мастера доступен бонус с поколений. Для самых опытных лидеров компании, мастеров, начинает работать следующий уровень вознаграждения – бонус бесконечности. Он составит от 1% до 5% от группового объема, вне зависимости от количества поколений в твоей структуре. Для мастеров компания подготовила бонус привилегий – автобонус и бонус недвижимости. Выполняя условия участия в программе, мастера становятся обладателями брендированного автомобиля или улучшают свои жилищные условия, приобретают квартиры, строят дома. Еще одна бонусная программа для партнеров-мастеров Coral Club – мастерские каникулы. Это эксклюзивное путешествие, путешествие мечты. Самые интересные страны, VIP-сопровождение, лучшие отели, персональные экскурсионные маршруты. И все это в подарок от компании мастерам, которые выполняют условия квалификации, развивают команду, демонстрируют прогрессивный рост бизнеса. Тебе интересно, насколько достижимы твои цели, если их реализовать вместе с Coral Club? Сделай 4 шага к достижению цели. Первый. Определи желаемый бонус, сумму, которую ты хотел бы получать. Второй. Рассчитай товарооборот, необходимый для получения желаемого бонуса. Будет товарооборот, будут бонусы. Третий. Определи ранг. Для успеха следует просчитать и запланировать желаемое соотношение ранга и товарооборота. Четвертый – запланируй время, когда бы ты хотел достичь свою цель. Итак, бонус – товарооборот, ранг – время. Учитывая эти факторы, вместе с наставником составь план действий, запланируй свое обучение и освоение дистрибьюторских навыков по приглашению новых потребителей и партнеров, участие в событиях структуры и компании. И действуй! Готов начинать? Первое. Определим базовый ранг. Это твоя первая цель. Ступень, с которой ты уже начнешь получать бонусы. В Coral Club это ранг директора. И достижение всех других рангов зависит от того, сколько в твоей сети веток и поколений директоров. В Coral Club требования к базовому рангу 500 баллов, что составляет порядка 750 УЕ. Чтобы выполнять условия ранга, достаточно покупать продукцию Coral Club для себя. Плюс 7-10 партнеров, которые покупают продукцию по твоей рекомендации. Найти таких людей и предложить им стать потребителями очень просто. Твой результат по здоровью и отличные продукты компании работают на тебя. В маркетинг-плане Coral Club существует понятие «уровень». Все члены клуба, которые есть в твоей сети, располагаются в порядке приглашения.
Тех, кого пригласил ты лично, это твой первый уровень, твоя первая линия. Тех, кого пригласили члены клуба твоей первой линии, это твоя вторая линия, второй уровень и так далее. Например, в твоем первом уровне потребители, премиум-потребитель и ассистент. Это члены твоей структуры, и их личные объемы входят в твой групповой объем. Они, в свою очередь, также приглашают в Coral Club знакомых и получают бонус рекомендаций. Твоя структура растет. Растет и твой групповой объем. Групповой объем 500 и более баллов, не менее 50 из которых твои личные покупки, и твой ранг – директор. Со своего личного объема ты получишь 25%, с личного объема потребителей первого уровня также 25%, с личного объема премиум потребителей и ассистентов первого уровня 15%, с личного объема потребителей второго и последующих уровней 20%, с личного объема премиум потребителей и ассистентов второго и последующих уровней 10%. С группового объема 500 баллов ты получишь 125 УЕ. Когда же твой групповой объем достигнет 750 баллов, то дополнительно ты получишь экстра бонус 50 УЕ. В совокупности твой доход составит около 200 УЕ. Это уже хороший бонус для старта. А главное, это дублицируемо. Если ты сам это сделал, то и твои партнеры достигнут первую базовую квалификацию и получат бонусы Coral Club. Даже те партнеры, кто просто приобретает продукцию для себя и семьи, могут выполнять такой объем. Это будет не просто доступно, это позволит оплачивать продукцию компании бонусами и значительно экономить семейный бюджет. И вот один из членов твоей структуры выполнил квалификацию и стал директором. Теперь твой ранг – серебряный директор. Групповой объем твоего директора будет входить в твой сетевой объем. Вот здесь ты начинаешь получать свой следующий бонус. Бонус с поколений директоров, который составляет 10% или 75 УЕ. Ты уже получаешь три разных бонуса. Бонус группового объема, экстра бонус, бонус поколений директоров. Суммарно это составит 275 УЕ. Обрати внимание, твой ключевой партнер может появиться на любом уровне. Его рост, развитие и влияние на увеличение твоего бонуса зависит не от времени прихода в компанию и того, кто его пригласил, а от ваших совместных активных действий. Ты напрямую заинтересован в развитии каждого члена своей структуры. Их рост, повышение ранга – это рост твоего ранга и товарооборота. И на каком бы уровне ни находился твой новый директор, он становится твоим первым поколением директоров. Так работает эффект динамической компрессии – преимущество маркетинг-плана Coral Club, которое позволяет не привязывать выполнение квалификации ранга к числу квалифицированных дистрибьюторов первого уровня. Следующий ранг – золотой директор. Помоги стать директором еще одному партнеру и научи своего первого директора сделать то же самое. На этом этапе у тебя уже три директора в двух директорских ветвях. Твой сетевой объем составляет 3000 баллов. В этом случае твой итоговый бонус будет 410 УЕ. Это достижимо за 4-5 месяцев активной деятельности. Следующий ранг – изумрудный директор. Продолжай привлекать партнеров, развивать навыки своих директоров, и у тебя уже три директорские ветки и три поколения директоров. Сетевой объем поколений – около 6000 баллов. Этого уровня реально достичь за 5-6 месяцев. В нашем примере итоговый бонус составит более 640 УЕ. Следующий ранг – бриллиантовый директор. У тебя уже 3-4 ветки и до 15 директоров в достижимых поколениях. Количество потребителей в твоей сети уже более 100 человек. Чтобы твой бизнес развивался равномерно, тебе очень важно грамотно распределять свои силы и помогать, поддерживать, развивать каждого партнера. Мы даже ввели понятие «сбалансированный сетевой объем поколений директоров» или «СОП со звездочкой». Это дополнительное условие баланса баллов между ветвями, которая определяет устойчивость твоей структуры. Покажем на примере. Для ранга БД твой сбалансированный СОП должен быть от 6500 баллов. Твой групповой объем – 750 баллов. Групповой объем директора – 750 баллов. Сетевой объем серебряного директора – 1750 баллов. Золотой директор – твоя сильная ветка. Его групповой объем и суммарный групповой объем его директоров в достижимых поколениях дает самое большое количество баллов. Обрати внимание, во всех ветвях, за исключением сильной, должно быть не менее половины от необходимого СОП. Баланс между объемами сильной ветки и остальными ветками достигнут. Ты выполнил квалификацию ранга «бриллиантовый директор». Но возможности получения бонусов не ограничиваются минимумом. И в нашем примере бриллиантовый директор СОП со звездочкой – 12 тысяч. Его бонус свыше 1000 УЕ. К такому результату можно прийти за 7-8 месяцев. Только от тебя зависит, какой бонус ты будешь получать. Поставь себе цель, увеличивай сетевой объем и получай максимальное вознаграждение. Обрати внимание, твои партнеры также зарабатывают деньги.
Они получают вознаграждение за свои действия, и это обеспечивает стабильность всей твоей сети. С ранга мастер начинается новый этап твоей истории успеха. У тебя в структуре 4 ветки и более 16 директоров. На практике это ветки твоих директоров. Это твои партнеры, они уже достигли значительных результатов и продолжают двигаться вперед. С ранга мастер ты начинаешь получать новый бонус. Бонус бесконечности. Посмотри на таблицу. С ростом мастерского ранга растет процент бонуса. У мастера бонус составляет 1% и выплачивается с бесконечного количества поколений. Для мастеров, чей СОП со звездочкой 20 тысяч и более баллов, компания подготовила бонус-привилегию – автобонус или бонус недвижимости. При выполнении специальной квалификации мастера приглашаются на мастерские каникулы. Мастер 20 тысяч баллов – это достижение, которое действительно меняет образ жизни. Этот ранг можно достичь уже за первый год упорной работы. Всего один год настойчивости и активных действий, и твоя жизнь и жизнь твоих близких уже не будет прежней. В нашем примере суммарный бонус мастера превысит 2000 УЕ. Следующий ранг – серебряный мастер. У тебя более 24 директоров в достижимых поколениях. 4 директорские ветки, одна из которых – мастерская. У тебя в команде есть мастер. Ты помог своему партнеру достичь ранга мастер, это помогло тебе стать серебряным мастером. Твой бонус – около 4000 УЕ. Новая машина – невероятные каникулы. В случае, если мастер в твоей сети стал мастером 20 тысяч, и он тоже участник мастерских каникул, твой мастер едет вместе с тобой, и ты уже точно знаешь, как помочь и другим партнерам пройти этот путь и выполнить мастерскую квалификацию. Следующий ранг – дабл-серебряный мастер. 4 директорские ветки, 2 из которых мастерские. Твой бонус уже более 5000-6000 УЕ. В структуре растут новые лидеры, и новые партнеры достигают мастерские ранги. И ты уже золотой мастер. У тебя уже 3 и более мастерских веток, а это твои самые надежные партнеры. Амбициозные лидеры, которые расширяют границы своего бизнеса, развивают свою команду, открывая возможности новым дистрибьюторам. Теперь на мастерские каникулы вы едете вчетвером. Твой бизнес расширяет границы твоих возможностей. Ты лидер команды единомышленников и партнеров. Ты организатор событий структуры и спикер самых ярких событий компании. И твой рост ничем не ограничен. Тебя ждут еще 2 ранга – платиновый мастер и звездный мастер. А все начинается с первого шага, с базового ранга – директор Coral Club. Давай вернемся к эффекту динамической компрессии, который позволяет рассчитывать бонусы дистрибьюторам по максимально выгодному для них сценарию. Мы уже говорили, что суть динамической компрессии в том, что все групповые объемы нижестоящих неквалифицирующихся директоров входят в групповой объем ближайшего вышестоящего квалифицирующегося директора. Рассмотрим на примере мастера. У тебя 20 директоров в 8 поколениях. Для выполнения квалификации ранга мастер тебе необходимо, чтобы в 6 достижимых поколениях директоров квалифицировались не менее 16 из них. И бонус поколений ты получишь с 1 по 6 поколение директоров. Предположим, что в отчетном месяце директора 2, 4 и 6 поколения не квалифицировались. Благодаря эффекту динамической компрессии объемы неквалифицировавшихся директоров включаются в группы вышестоящих директоров, и проценты твоего бонуса с поколений увеличиваются. Присоединились не только объемы, но и квалифицировавшиеся директора поднялись на поколение выше. Теперь в твоей структуре 16 директоров в 6 достижимых поколениях. Квалификация ранга мастер выполнена. Благодаря динамической компрессии сеть оптимизирована и выплаты увеличились. Эти правила маркетинг-плана Coral Club надежно защищают твой ранг, бонусы и прозрачность твоей структуры. На каком бы фактическом уровне ни находился перспективный партнер, эффект динамической компрессии приближает его к тебе, обеспечивая максимально выгодное взаимодействие. Итак, маркетинг-план Coral Club является сбалансированным, эффективным, динамичным и легко дублицируемым. Он дает возможность каждому начать свой собственный бизнес в отлаженной бизнес-системе и быть в нем успешным. Есть желание разобраться еще глубже? Задай вопросы своему наставнику. Это первый человек, который максимально заинтересован в твоем успехе, и проходи обучение в нашей бизнес-академии. Вера в компанию Coral Club и эффективность ее продуктовой концепции, эффективность действий и работа в команде с наставниками и партнерами помогут тебе в достижении твоей цели. Действуй и будь успешен с Coral Club!